взяли такие штуки, похожие, наверное, на мороженое, а может быть, замороженный сок, пока непонятно. Стоит одна штучка такая, один рингит, вроде недорого. Но оказался похож замороженный сок. На, пробуй. Скажи, что. Что думаешь? Вкусно? Пока ничего, надо подождать. Ладно. Моя вот такого цвета штучка. Она шоколадная. Моя вкусная. Как шоколадка. Только я не понял, я думал, это орешки какие-то. Ну ничего, такая. Я так понял, тебе не пойми, что, да? По-моему, там есть кусочки джатфрута. Угу. Ну интересно, шоколадка. Вот это вкусно. Ну дай твою лизнуть, фигню. Здесь нормально. Кстати, прикольно. Слушай, а интересно. Она действительно по вкусу, как эта штука. В принципе, один рингит. Вроде не жалко. Нормально. И охладиться можно. Да, вот кусочек. Ну да, ничего. Вот эти здесь морожки. Или замороженные суки с чем-то. Но они вкусные. Вот цена. Одна штука. Вот я сейчас кокосовый буду пробовать. Вот магазинчик. Пойдем. Вот магазинчик. Для ориентира. Вот там вот обменники все. Центральная, это, скажем так, улица. А здесь шоссе такое. А вот эта штука самая большая. Вот, в общем, магазинчик издалека.